Сестра, это из-за того, что в будущем я больше не смогу тебя видеть? Мы семья. Куда бы я ни пошла, мое сердце будет всегда с тобой. Веди себя хорошо. Доченька! Лону! Отец? Лону. Где мама? Мама... Мама... Я... встал сегодня утром и никого не увидел. Я искал ее повсюду, но не смог ее найти. Я не знаю, куда она могла пойти в такое время. Как она могла исчезнуть в такое время? Может, у мамы есть важные дела? А, и еще. Ванер, это тебе. Отныне наши родители будут рассчитывать на тебя. Папа. Ты и мама, пожалуйста, берегите себя. Обязательно. Доченька! Твоя мама никуда не уходила, она дома. Она не может этого вынести, она не хочет смотреть, как ты уходишь. Прости меня, дорогая. Все хорошо, главное, я могу быть с тобой. Я, Джалу, клянусь, что в этой жизни я никогда тебя не подведу. Мы уже давно вместе. Не будь слишком мягким. Я буду повторять это всю жизнь. Идем. Идем. Рука об руку. С любовью до самого конца. Всю свою жизнь. Идем. Почему ты здесь? Насчет вчерашнего. С тобой все в порядке? Конечно, я в порядке. Ты беспокоилась обо мне вчера вечером? Ни в коем случае. Утром я проводила сестру. Вот и плакала. Ты что ты делаешь с ножом? Ну... Это что-то вроде... Боже мой! Это говядина! Баймин, откуда ты это взял? Это подарок от госпожи Гонсун. Почему сестра Гонсун дала тебе говядину? Она просто... Все ясно. Ты ходил к ней вчера. Что? Подумала, она красивая и побежала заигрывать? Ерунда. Тогда почему она дала тебе говядину? Знак любви? Ты совершенно... Я не виделся с ней вчера. Это был мой подчиненный, он исследовал дворец ночью и отдал. Подчиненный? Во дворец ночью? Воровать говядину? Баймин, какими вещами ты занимаешься? Это не воровство. Я заберу, если не хочешь. Не надо, не надо! Я же сказал, что не крал. Не крал, не крал. Просто случайно нашел, ладно? Нашел? Я... Что? Такой хороший продукт. Я не могу позволить ему пропасть.
Во времена династии Тан, забой скота без разрешения власти считался незаконным. Но есть говядина не незаконна. А когда дело доходит до употребления говядины, мы должны упомянуть святого поэта Дуфу. Согласно старой книге Тан, записи биографии Дуфу, Дуфу в последние годы своей жизни заблудился в городе. При посещении храма он был остановлен штурмом и не ел много дней. Местный окружной магистрат узнал эту новость и сам поплыл на лодке, чтобы вернуть Дуфу. После он угостил его говядиной и ликером. Легко представить, как Дуфу разом проглотил всю еду. Но в ту ночь он умер от расстройства пищеварения. Что ты делаешь? Тело и волосы — заслуга родителей. Прими это как гарантию. В течение одного года я обязательно верну тебе долг. Вот. Попробуй. У меня что, что-то на лице? Пойду умоюсь. Я ухожу. Куда ты собираешься? Когда вернешься? Я не вернусь. Ты снова солгал мне. Если ты уйдешь, то что же с долгом? Сегодня я пришел, чтобы попрощаться с тобой. Юань Ваняр, пошли со мной. Завтра я буду ждать тебя в лесу за городом. Мастер Бэй внезапно умер. Бушуют подводные течения. Госпожа приказала вернуться, чтобы взять на себя управление. На случай, если что-то случится. Как сейчас моя мама? Будьте уверены. С госпожой сейчас все в порядке. Ситуация все еще находится под контролем. Но чем позже вы придете, тем хуже может быть. Ясно. Дай мне немного времени, чтобы разобраться с личными делами. Уходим завтра. Да, мастер. Денег нет. Какая же ты нахалка. Увидимся в суде. Ты что делаешь? Наша помолвка разорвана. Ты сделал это специально? Раскрой свои глаза, посмотри внимательно. Я больше никогда не хочу видеть твое уродливое лицо. Ты... Попробуйте. Юань Ваняр! Бай Имин. Ты слишком жесток. Я так долго работала на тебя, а ты дал мне всего 24 тайля. Ты так сильно обо мне беспокоишься. Ты ведь не влюбился в меня?